15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. Накануне памятной даты 79 участникам афганских сражений вручили памятные медали. 30 лет со дня окончания боевых действий в Афганистане. Ветеранов с этим знаковым событием поздравил начальник управления внутренней кадровой политики, социальной сферы взаимодействия с правоохранительными органами городской администрации Сергей Мащенко. От имени главы города разрешите поздравить вас, не с праздником, с памятной датой этой. Пожелать здоровья, благополучия вам, вашим близким, чтобы дети и внуки ваши не испытали то, что испытали вы. Еще раз с праздником, дорогие друзья. Война в Афганистане, которая длилась около 10 лет, унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат. Многие историки называют эту войну самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем не только ветеранов Афганистана, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Всего со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян стали участниками боевых действий за рубежом.